лучше голосом, потому что вы много вопросов задали. Задавайте вопросы, я отвечу. Всех. Вот там с Москвы, там хотел как круг зайти завязать. И там как там у вас какая система, как заполнить анкету? Вот. Он уже скоро должен найти даже от 1000 метров. И кто может там. Он наш клиент или что? Я не пойму, ваш друг. Не ваш клиент, просто будет, да, вашим клиентом. Ну, пожалуйста, может стать нашим клиентом, для этого ему нужно оплатить деньги, мы подготовим документы все, и он подготовим его к собеседованию, и он пойдет, как вы говорите, зайдет за визой. Какой вариант ему предложите, чтобы... Туристическая виза, ну, вы же говорите о туристической визе, пожалуйста, да. Мы занимаемся ими, да. Насчет совещания, да, можно найти вариант. Насчет типа, чего? Что он едет на совещание, да? Не, мы типа не делаем, мы не занимаемся криминалом, понимаете? Поэтому типа только на только настоящее, да. Если хотите криминал, то ищите другие компании. Нет, ну просто. Ну типа это криминал. Если вы применили слово типа, значит это неправда. Неправда, это криминал. Обман посольства, ликвидация виз, и которые даже были у него, и ему больше никогда визы не дадут. Как турист, да? К туристу, да, чтобы он так пошел. Мы делаем туристическую визу. Полноценную туристическую визу, если он едет в туристическую поездку. Если он едет работать, то тогда ему надо делать рабочую визу. Турист, да? Окей, пускай он звонит, хорошо, потому что если хочет ваш друг, то зачем вы за него звоните, я не понимаю. Окей, хорошо. Спасибо. Пока.